работодатели ищут доказательства, что вы имеете соответствующие компетенции для этой должности, такие как навыки общаться, лидерские качества и гибкость. Краткие истории, которые предоставляют доказательства, как вы себя повели в реальных ситуациях в прошлом, и которые помогут продемонстрировать те компетенции, которые работодатель ищет сейчас. Они очень популярны. А ситуация, цель, действие, результат. Проблема была, что в то же время была моя экзаменационная сессия. Я должен был выбрать между учебой для моего университета и быть включенным в этот уголовный процесс. Я поговорил с моим профессором в университете, чтобы обсудить ситуацию. В конце концов, я выбрал мою учебу выше. Когда я объяснил это моему работодателю, они, люди там, были очень поддерживающие для меня. Они увидели, как я был расстроен, что я пропускаю возможность участвовать в процессе. Они попытались быть уверенными и сделали, чтобы я мог быть включен в следующий уголовный процесс. И вот почему я имел возможность хорошо учиться, я прошел мои экзамены очень легко, с хорошей оценкой. Моя роль, хотя и критическая, была менее гламурная, в смысле менее престижная, а электронику, чтобы оно работало. Я хотел что-то более креативно, я начал добавлять дополнительные черты, люди, они оценили мои идеи, адаптировали мой дизайн слегка, чтобы реализовать преимущества моих модификаций. В конце концов, мы выиграли фане, судьям особенно понравились те дополнительные свойства, как важный фактор нашего успеха. И, конечно, я научился много навыков в ходе этого процесса. Мой босс сказал мне и позвонить тому клиенту, которого мы снабжали товарами, а он нас не платил, это вам, чтобы был просвет. И мы начали угрожать ему уголовным преследованием. Я хотел более деликатно решить, потому что у нас хорошие отношения с этим клиентом. Плюс я лично там работал. Итак, я позвонил ему, спросил, все ли у вас нормально. Потом я позволил ему дать еще один месяц, чтобы он заплатил, продолжали снабжать его товаром в ходе того числа. В конце концов, это закончилось, что он оплатил в течение недели, и он был хорошим клиентом и рекомендовал нас большому количеству новых клиентов. Репетиторы по скайпу, желаю вам.